перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здравствуйте, здравствуйте, мои юные любители критики и русского трила. Приятно с вами всеми общаться и иметь с вами дело. Здравствуйте. Подождите, приглашаем еще больше подписчиков на ваш эфир. Здравствуйте, как делишки? Чуть неспокойно сегодня в деревне. Я в деревне снова, но я приехал на несколько дней, у меня тут обстоятельства. Скоро буду в Питере и продолжим делать музло, делать видосики, все такое. Мне кажется, у меня с сетью проблема. Лагает или нет? Напиши. Мне сейчас написано, что у меня всего 3 человека на эфире. Это ММА 1525, Настя Грин 21 и Артем Канте. Это лаги. Так. Нет, невозможно. Я думаю, что мне надо с ним менять дислокацию. Этот звук означает прощай айфоны, прощай продукцию Apple. Топовый эфир, 270 человек, топовый эфир. Внимание, вы находитесь на топовом эфире. Если вы еще не поняли, что вы на топовом эфире, то я вам сообщу, вы находитесь на топовом эфире. Не просто вести топовый эфир, когда тебе постоянно пишут, что у тебя топовый эфир. Понимаете? Привет, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Приятно с вами иметь дело. Чё куришь? Да. Самокрут курю. За отсутствием самокруток курю Сенатор виноградный. Фух. Свежо, свежо здесь на природе. Плохое качество. Да не может быть. Привет, Сахангельска. Здорово. Курить плохо, да. Зачем ты куришь? А это ненадолго. Ты куришь? Что? Что? Почему качество дерьмовое? Да потому что у меня сеть такая себе. Так лучше не станет. Когда в Латвию, когда Ликей мне напишет и скажет: пес, давай фит, я скажу: поехали в Юрмалу, напишем песню на янтарном берегу, проникнувшись балтийским бризом. Балтийский бриз пронизывает наши тела, и мы пишем лучший трек. Конечно, пиздец, хуйня. Пиздец, хуйня, это не про меня. Как теоризма. Топ. Здравствуйте. Заебись. Топовый эфир, пожалуйста. Вот он, так выглядит. Топовый эфир. Аминь, здравствуй. Можно ко мне обращаться и так. Эфир. Топ вообще. Какие вопросы? Уже получше. Ну, да, спутник просто немножко изменил свою орбиту. И узнав, что
на этом отдаленном куске света рэпер, видеоблогер ведет трансляцию. Он решил немножко изменить орбиту, подлетая, вот, раздать нам немножко больше интернета. Но топовый эфир, топовый эфир, топовый эфир, топовый эфир. Привет, ты Child Free. Да. Ксения, привет. Здравствуйте. Лагает. Ну, лагает, так это... Проведи мне сюда интернет. Раслагает. Не знаю, я могу в другую часть дома уйти, но... Татухи зачем тебе? А тебе? Зачем тебе татухи? Играешь на укулеле все еще. Я сейчас ее настрою, кстати. Че? Ну ладно вам укулеле, у меня есть этот. Какой телефон купил? Huawei P20 Pro. Но они мне не платили за это. Просто, блять, освободившись от уз айфонов и продукции Apple, я могу смело сказать, что, блять, моя жизнь изменилась в лучшую сторону. У меня есть крутой инструмент, вы его помните с старых роликов. Ты его помнишь? Ты помнишь, сука. Ты крутой будешь делать диски Соболева. Зачем? На селфи загрузить его в инстуху вот, вот в таком виде, да? Стильно достаточно. Смолодился, прям глаз не отвести. Да, все потому, что я принимаю эмбриональные стволовые клетки, я ем зародышей христианских младенцев и козье молоко гипоаллергенное. Перебивка. Как он называется? Ну, блин, кто-нибудь тебе сейчас точно напишет. Когда новый, когда первый альбом, когда новый альбом? А, Ларин, ты крут, спасибо. О, Лепота. Да, это Лепота, он тоже на нашем эфире. Картошечка жарится. Да, картошечка на сливочном масле, только так звучит. Если вы скажете, что это картошечка на пальмовом масле или на растительном, то, ну, на подсолнечном, то нет. Вот так звучит картошечка на сливочном масле. Как тебе ай как просто? Ай как неплохо. Спасибо за ебаный АСМР. Блин. Себе делать перкуссию лайвом без всяких там программ, ну вы знаете. Ну, несколько аккордов я могу сыграть пока. Нужен тюнер, короче, я так не смогу. Кто-то в другую сторону. Короче, потом. А, уши! Уши! Уши!
Отсюда перебивка, короче, ваших вопросов. Причина крови из ушей – это хрень. Крыса. Давайте следующий вопрос. Коля хейтер, это не вопрос. Гоу спеть что-нибудь. Как по Волге. Дальше, после твоего доната. Сразу видно, профессионал. Спасибо, спасибо. Это АСМР, да. Рекламная пауза. Снимаешь видосы в селе, да? Да, снимаю. А что? Как здоровье? Ничего, спасибо. Привет, спой хаски. Типа там про бит шатает голову. Голову мою не буду. Где сестра? Сестра — это такая река под Питером. От нее пошло название Сестрорецк. Река Сестра. Ты помирился с Куличом? Я забыл. Я не помню, какие у нас отношения. Найс Тигран, спасибо. А как сейчас к стендапу относишься? Мне стендап сейчас не очень интересен ввиду новых форматов взаимодействия и креатива. Стендап должен эволюционировать в шоу. Вот у Бо Бёрнама лучший стендап, как мне кажется, на данный момент. Ну, что он не самый лучший шутник, но он делает музыкальную комедию и всякие перформансы, you know. Не надо, плес. Так, будешь еще забиваться? Да, да, я уже, он в процессе. Ты че, братан, это не остановить. Че, бля, больше больное, шо ли? Как тебе конструкт Окси? А, я еще не ответил, да. Конструкт Окси хорошо. Мне все очень понравились, но есть пару чуваков, чей стиль я еще не выкупил, скажем так. Не то, что они... Я просто их не выкупил. Я об этом говорил как-то на трансляции. Можешь погуглить, типа Ларин Конструкт на ютубчике. Кто-то уже сделал перезалив. Давай хайпи. Надоел своим малыми просмотрами. Не путать малые просмотры и маленький член. Не путать. Многие ошибаются, думая, что маленькие просмотры, они напрямую связаны вот с этим, но нет, скорее наоборот. Надо иметь большие яйца, чтобы отказаться от прежнего хайпа. Вы думаете, я не могу снова его нарастить? Нет, это просто, хуесосить людей просто, особенно если, ну, типа, у тебя с детства это получается, и если на это есть спрос. Все самые популярные шоу сейчас — это, ну, типа, критика и, ну, типа, слишком много типа, да, в этот раз. Так вот, ай как просто критика, такая граничащая с оскорблениями. Ларин против был критикой, Соболевская, вся эта история, Соболевщина, я бы сказал даже. Так что вот, следующий вопрос. На тату и покажи их. А ты ничего? Лису покажи татуху. Лисица? What does the fuck say? Вот ответишь мне, what does the fuck say, тогда я тебе и покажу татуху. Хочу после 11 класса уехать в Питер из Беларуси. Что думаешь? Думаю, что... Ты не нужна в нашем городе! Нет, я думаю, что тебе надо понять, ну, кем ты хочешь стать. И, может быть, в принципе, подучиться чему-то, обрести навыки и только потом ехать в Питер. Ну, думай. В любом случае, Питер — это город возможностей. Раздевайся. Нихуя себе. Я оглох. Ту-ту-ту-ту-ту. Кукуха ту-ту-ту. Угу. Еще 18 человек отправили запрос на участие в вашем эфире. Крыса пишет мне. KL.enemy. Прошу прощения. KI.enemy. Ты сам крыса. KI.enemy. Пиздец. Ты под чем? Да не под чем. Эмоции просто. Вот выплескиваю! Прости. Когда новое видео? Когда укулеле? Но какое укулеле лучше? Короче, как посмотреть? Мне нравится укулеле исключительно из красных пород дерева, из махагонии, из сушеного старого дуба, без подключения. Такие, знаете, старенькие укулельки, простые, недорогие, вот. Но для некоторых задач лучше подойдут, конечно, эти студийные эпифоны с подключением. Какой у меня там валяется?
Ну вот, блядь, не настроено, не успел, извиняюсь, сейчас как не с руки. Привет из Туркменистана, салам. Гоу еще этой хуйни, как картошечка. Следующий вопрос. Хесус заебал на тебя пиздеть. Хесус завистливый, мне кажется, просто. Чего ты ему не хватает в жизни? Ну, ладно, ладно, собака лает, ветер носит, как говорится. Так. Сдохни, тварь. Зашел человек и вот написал, сдохни, говорит, тварь. А вот почему? Почему я должен сдохнуть, а ты должен жить? Ведь я так долго шел к тому, чтобы жить. Я так долго к этому шел. Начнем с того, что я преодолел огромную череду месячных своих, ну, своей мамы. Огромную череду постоянных случайных конкурентов, которые шли вместе со мной по определенным, по известным всем трубам и протокам. Я справился с тем, что я появился один на свет. И я был выношен, несмотря на то, что я родился, ну, за месяц до срока, то есть 8-месячным, если даже не 7,5 месяцев. И потом я вырос в деревне, на крайнем севере, я вот живу. И почему я должен сдохнуть? Только потому, что ты пишешь, я не могу понять. Так может быть, ты сдохнешь? А? Отвечай. Отвечай, ублюдок! Дима, ты добрый или лох? Все ясно, снова кокаин. Нет, какой кокаин? Здесь на севере нет кокаина. Кокаин, он в других широтах. Где ночь на земле? Везде ночь на земле. Всегда ночь на земле. Ты думаешь... Ладно, к черту, это слишком. Едь в Латвию, бля. Ну как ли... Я еще раз говорю. Хочешь, чтобы я поехал в Латвию? Пиши Ликею. И Ликей мне скажет. Братан, go fit. И, значит, Балтийский бриз, вся эта история, ну ты знаешь. И вот мы пишем там где-нибудь в Юрмале на берегу трек. Ты сейчас где, на севере? Димон, здравствуйте. Братан, что с лбом? Не знаю. Вилкой в глаз или Хесуса в попку? Раз. Для меня оба варианта неприемлемые. Так может быть? Че у тебя с прической? Не пойму. Я мылся. Че скажешь о Шнуре? Шнур — это солист Ленинграда. Конкретнее, пожалуйста. Так, ба. Здравствуйте. Топ эфиров. Топ эфиров, пожалуйста. То есть... Почему я должен умирать, если я могу вести топ эфиров? Я веду топ эфир. Топ эфиров. Тут написано прямым текстом, русскими буквами, белым на желто-красном. Вот написано топ эфиров. Почему я должен умирать? Ты умри. Ты умри. Топ эфиров. Спасибо. Что с там со мной? Да все неплохо относительно. Я одна не в курсе этих муток с Хесом. Я тоже. Нет, у нас двое. Нас двое. Кто-то вкинул, и мы как бы на дезинформацию повелись, потому что Хесуса я не слышал. Ну вот, не слышал, что он вкидывал. Ну, потому что это же Хесус. Ну, типа, он что-то там делает, наверное, да? Ты стал таким эмоциональным и странным. Да, это все годы. Что ты читаешь? Я признаюсь, за последний месяц я не прочитал ни одной книги. Только статьи на Anthropogenes.ru, Нож, The Journal, Наука 2.0 и Лайфхакер. Все, я больше ничего не читал. Мне, ну как бы, статьи — это статьи, а книги — это книги. Книги — это все-таки нечто фундаментальное. Чешутся, да, татухи чешутся. Спасибо, что спросил. Татухи зачем? Ты же против был. Блять, ты пойми, чем больше... Я вчера рассказывал, позавчера рассказывал мастеру, который мне вот эту вот красоту делал, что чем больше мне люди пишут о том самом ролике, где я был против татуировок, тем больше мне хочется набивать татуировки, потому что эти люди просто необучаемые, и им назло я буду забиваться еще сильнее. А вообще мне, в принципе, это нравится. Люди меня... Альбом Фараона чекал. Нет, нет, очень хочу. Хочу его послушать. И, короче, там какой-то дроп был у Боунса. Да. И дослушать Boys Don't Cry у Гонфлода. Я оттуда слушал всего несколько песен.
включая, да, тот самый про пятикантропа. Люди меняются, это норма. Спасибо, братан. А, это женщина. Спасибо. Пишите все про тату. Хочу больше тату. Я тоже хочу больше тату. Но без этого. Но без цвета. Хотел было сказать без задержимости, но понял, что уже поздно. Так что просто тату без цвета. Цвет в тату — это не мое. У Бонса крутой альбом, да? Блин, скинь название, я просто потом сразу гуглить буду, чтобы не словить что-то еще. Как у Бонса назывался последний альбом? Дима, у тебя маленький член, у меня средний. По многочисленным отзывам у меня средний. Я не буду говорить, что у меня большой член. Во-первых, это неправда. А во-вторых, ну, зачем, в принципе, иметь большой член? С точки зрения передвижения это неудобно. Ты ходишь, и он как бы вот, ну, он касается. Любое касание — это механическое взаимодействие, которое вызывает силу трения. Трусы — проблема. А, турбокнопка отключена, пожалуйста, 500 мегабайт. Вот мне не скинет никто доната здесь, поэтому сейчас вот закончится турбокнопка, и эфир прорвется. Вот, я о чем? Я о члене, да, вот про большой. Зачем большой? Первый, мы уже определились, это трансферные, да, исключительно. Транспортные расходы. А во-вторых, ну, анатомия женщин, вот все задумываются об анатомии мужчин, да, что вот, большой член, это круто. Ну да, круто, если ты орангутан, и там тебя самка выбирает исключительно по вот этому, как бы, моменту. Но анатомия женщин такова, что большой член для них — это болезненно. Я понимаю, что если ты насильник, то тебе по боку. Да, да. И в компании своих корешей в бане, которые там, не знаю, кто с утра на завод, кто там канаву копать. Безусловно, ты будешь считаться крутым парнем, но с точки зрения длительных отношений, а отношений больше, чем там одна неделя или два сеанса половой ебли, сколько там у тебя раз в неделю получается, полтора, это совершенно, ну, неудобно. Так что я за средний член. Я твой фанат. Спасибо. Ничего подобного. Что ничего не подобного? Пишет Шаденисова. Ну, Шаденисова, у тебя, если у тебя ведро, то как бы тебе это, картошку копать, понимаешь? Вот. А это очень интересная тема для общения. Безусловно, безусловно. Анатомия — это вообще полезно. Митохондрии там. Я могу много рассказать про митохондрии, что есть мнение, что митохондрии — это были другими организмами, отдельными от там клеток, которые потом начали нас формировать и все такое. Но это уже совсем другая тема. Как тебе Смоленск? Как говорил Алексей Горшнев, лидер группы Кукрыниксы, если в городе хуёво с... Он не так, конечно, сказал. Если в городе... Ну, город классифицируется людьми и архитектурой. Если с архитектурами плохо, все надо смотреть в людей. Так вот, в Смоленске все хорошо с этим, с людьми. Поэтому город неплохой. Как к мировоззрению Невзорова относится? Да неплохо. Цинизм — это правильно. Я очень циничный. Если надо вещь называть так, как она называется, я ее так и назову. Я ни в коем случае не буду там лизоблюдствовать, лебезить где-то. Я материалист ровно настолько, насколько я знаю материи. Эзотерика мне чужда. Я пытаюсь все объяснить вот с материальной точки зрения, как бы вам ни казалось. Вот. Где твои очки? Они на кухне, извини. Натерли. Вот видишь, даже вот немножко появилось раздражение, граничащее с прыщом, поэтому следующий вопрос. Как называешь своих фанатов? Ну, либо мразь, либо пес. Я не знаю. Пес, наверное, больше, да, типа. Мои псы на суете. Я курю и знаю где. Ну вот, ну не то, что я из этой строчки взял, но пес, мне кажется, это нормально. Я раньше стал называть людей псами, чем послушал трек Джимбо с Фараоном, если не ошибаюсь, да? Это оно. Обожаю. Ты в СПБ-то приедешь, конечно, завтра самолет или послезавтра, я еще не купил. Но я хотел бы выразить ноту недовольства компании Аэрофлот, Нордавиа, S7 и всем, блядь, включая компанию Россия, то, что вы охуели. Вы охуели, ребята. Реально, вы охуели. Прилететь в Архангельск, самое дешевое, 8300 рублей. Можно, сука, в Прагу слетать и еще останется на, блядь, пол-литра облепихового чая. Типа, что за хуйня? Еще несколько лет назад я катался за 3000, 2500 бывало.
8 тысяч, это самый дешевый, блядь, даже без обеда. Лететь час. За 8 тысяч час мне еще должны параллельно отсасывать где-нибудь, блядь, в туалете, понимаешь? Какой час? Час и 5 минут. Это жестко. Какого цвета глаза у тебя? Желто-зеленые. Как у ведьмы. Нахуй Новый год удалил? Он был клевый. Нет, Новый год был ужасен. Я удалил его, и мне вообще не стыдно. Как тебе Бузова? Если вы думаете, что Ольга Бузова второй по популярности человек в стране, то я считаю, что у нее все впереди. Это пиздец. Да? Да, это пиздец. Какую музыку слушаешь? Да разную, но сейчас в основном всякий западный new school. На каком возрасте ты себя чувствуешь? Когда ты в Смоленск еще раз приедешь? Приеду когда-нибудь. Сколько встречаетесь с Ксюшей? Говорит, второй год скоро будет. 2 года. Как ты относишься к Моргенштерну? Алишер, привет. Шатал тебе. Лене Дилон Турк Конус. Пхенглоем Голвнав Ктол Хурльех Вахнагл Фхтагн. Я думаю, что я ответил на твой вопрос. Как ты относишься к психоделическим веществам? Ох, сложный вопрос. Я считаю, что их нельзя употреблять всем. Димочка, ты неправильно использовал эту музыкальную штуку. Я знаю. Я знаю, что ее можно там всякие... Что за ебучий Post Malone? Где? У тебя в квартиру пришел ебучий Post Malone? Ну, блядь, сочувствую. Соседи охуели бы. Какие соседи? Какие соседи? У меня нет соседей. Я живу в отдельном особняке в Питере, и вокруг меня на расстоянии 100 метров, блядь, ров с плавающими динозаврами. А здесь в деревне у меня, блядь, отдельное село. Типа, о чем ты вообще? Передай, пожалуйста, привет Армину Фридману. Привет тебе, Арман Фридман. Больше никому не буду передавать. А то, блядь, неповадно, что было. Из этой штуки не слышно ничего, хватит. Но только когда будет хороший вопрос, я тогда буду его включать. Наоборот, плохой вопрос. Вот чем больше плохих вопросов, тем больше я буду его включать. Ну, блядь, пишет пользователь Сережка Ранд. Когда будет экзистенциальные лайфхаки? Да будут. Я думаю, кстати, неплохая идея. Можешь посоветовать сейчас ролик, который снять, потому что для меня сейчас видеоблогинг чужд. Я думаю, что-то снять, но я не знаю, что. У меня сейчас работа над альбомом происходит, поэтому как бы... Вот. Да, еще я могу ушами шевелить. Ты об этом не знал, наверное, да? Дима, клип когда? Да скоро. Здорово, когда на Versus? Мы уже записали, это будет Versus с... Я сразу батлить начал с 3 людьми, потому что, ну, скиллуха такова, что нет смысла батлить одного и даже двух, потому что, ну, я пишу обычно по 15 страниц мелкого текста вот, на Versus, и там каждый панч, он обжигающий, как кочерга после того, как, мешаешь угли в мангальчике, вот примерно. Поэтому против меня встали 3 батл-рэпера. Можешь попробовать угадать, кто. Над альбомом, все-таки целый альбом. Да, почему нет? Альбом-то круто. Альбом это челлендж. Все мы любим челленджи. Ларин, я снял пародию на твой клип «Апокалипсис сегодня». Классно, татуха пиздатая. Спасибо, братан. Которая именно? Это. Мираба. А, я помню тебя, чувак, ты постоянно мне пишешь Мираба. Это какое-то оскорбление на испанском, да? Есть смысл татуировки. Есть смысл только в твоей жизни. А, забыл, и у нее нет. Кому ты нахуй нужен? В том и суть.
Так, как тебе Гонфлад? Авангардно. Здравствуйте, здравствуйте. Передай мне привет, пожалуйста. Не буду. Сучка забитая. Сучка забитая — это, не знаю, то, на что ты мастурбируешь, блядь, ежесекундно. А для тебя я Дмитрий Александрович. Пес. Ларин, отправь тебе книгу по выживанию. Я достаточно много всего про выживание знаю. Мне бы сейчас другие сферы жизни немножко эклектично бы понять. Ну, в частности, сейчас, не скажу почему, но я ударился в физику. Я изучаю ПН-переход, гетеропереход на полупроводниковых конструкциях. Вот. Может, за этим будущее. За этим будущее. Ну, почему, скоро, может, узнаешь. Так, он вам не Димон, естественно. Сука. Так, да? Ну, ладно. Дюрел, я хочу от тебя детей, пишет наш пользователь. Надеюсь, что, произнеся эту фразу, я окажусь в выпуске Дюрела. Я сейчас на канале Дюрела, да? Так вот. Уважаемые подписчики канала Дюрела, если вы смотрите этот фрагмент, то, пожалуйста, перейдите на мой канал, подпишитесь и все такое. Я знаю, что все равно он все запишет и зальет. Сумасшедший, одержимый сукин сын. Так, с Мальвиной совместный видос. Го, у нее кризис творческий, ей идеи, где бы зашла. Нет, меня сейчас интересуют только фиты. Причем бесплатные фиты, я не беру с людей денег. Я не буду брать с русских рэперов деньги за то, что делать с ними фиты. И, возможно, я даже бесплатно сниму для тех русских рэперов, которые согласятся со мной сделать фит, клип. А клипмейкинг от Дмитрия Ларина — это определенный, чуть не сказал ярмо, нет, это определенный знак качества, поэтому милости просим. Все бесплатно, ребята, ни копеечки. Hi from Japan. Hi, man. Arigato. Уфимский грув это хорошо. Уфимский грув, когда я впервые услышал джимбо, я охуел. Хоть иногда пересматриваешь свои старые видосы. Нет. Я же не сумасшедший ЧСВшный долбоеб. Я прекрасно помню просто каждый из них. Харе музыкальную фигню ставить даун. И с Ханом Замаем будет. Ну вот Хан Замаем запишет мне, тогда может быть. Коничева, Кони. А что думаешь про Данила? Данил делает реакции. Вот что я думаю. Понятно. Ладно, если не хотите общаться, я, в принципе, могу покурить пока. Пока ты придумываешь какой-нибудь вопрос охуительный, который меня удивит. Сейчас, секунду. Я вернусь сейчас скоро. Уфимский групп. Сейчас, погоди. Ты не уходи. Не, дайте кое-что. Ключ. Вот ты думаешь, что это просто комната, да? Что вот это вот там, ну, стена, например, да, кровать такая, минимализм. Это простая дверь, да? Ну, какая-то там, скажем, что это может быть? Кладовка там, да? Ну, холодильничек. Нет, это дверь в Нарнию. Пожалуйста, смотрите. Вот. Все. Это тайная комната. Она поглощает абсолютно все звуки. Потому что здесь шумоизоляция. Здесь я писал трек. Да, здесь я писал свой трек. И у меня нет зажигалки. Можно сбегать за зажигалкой, ладно? Посидишь здесь? Ну подожди меня сейчас. Погоди, ладно. Можно в туалет заодно схожу? Подождешь? Скажи, что подождешь.
Ладно, сейчас. Погоди. Я вернусь сейчас. Я не могу тебя взять с собой, потому что там связь плохая, понял? Ну, что начинается-то? Эй, чувак. Чувак, хорошие новости. Я нашел зажигалку. Итак, твоим вопросом. И засик не ловит. Выйди из этой комнаты. Я не могу. Сейчас я немножко выходу продвинусь, ладно? Может быть лучше. Это ЛД шоколадный. Нет, я же не бомж. Здравствуйте. Понятно, шуточки. Дима. Курение вредно, дебил. Бля, я недолго, мам. Я недолго. Я годик покурю и все. Ору. Подожду, респект. Лаги, да? Ну ничего. Сейчас я закончу с убиванием себя. И вернусь на маленькую комнату. Жаловаться, что жизнь непостоянна, поэтому нахуй детей и тату. В этого чё? В этого обзавелся обоим. Блять, у меня не детей. Ну тату есть, ладно. Все, я ухожу. Ну, типа, судьба такая, видимо. Какие сайты со статьями читаешь? Я уже называл. Опять какой-то чувак пишет мне раба. Так. Что думаешь о монеточке? Монеточка — это феномен. Что закурил-то? Да нет, хорошей жизни. Ну, это ненадолго, я думаю. Максимум до 40, может быть, до могилы, я не знаю. Но это ненадолго. Привет, Златвий, татухи заебись, спасибо. Стал похож на Невзорова. Сам любишь курить другие немножко сигареты, я знаю, кем, никогда это не скажу. От мамки причешь... Прячешься с сигаретой? Нет. Просто в помещении, в жилом, как бы курить неправильно. Одежда воняет, волосы, стены, все, что может так или иначе впитать дым. Да даже бетон. Не надо. Зачем? Тебе же потом сюда девушку приводить. Рэп писать. Тату на шее будет. Тату будет везде. Что вы курите там? Не скажу. Приезжайте с туром в Омск. Да приеду. До тура осталось немного. Наверное, всего один альбом. На кисти. Бля, брось. Да ладно, сейчас. У меня маленькие сигаретки, видишь, какие. Саморазрушение, путь к свободе. Ага. Тайлер Дёрден, да? Передай привет, плиз. Бухаешь? Нет, бухает быдло. Как хотел бы умереть с тобой в обнимку. Так, все. Шутки в сторону. Я возвращаюсь из Нарнии. Снова здрасте. Вы снова находитесь на топе эфиров. Это снова я. Мы, наверное, стали забывать, как звучит лучший инструмент в мире. Ларин конченое лицо. Настя Нитлич. А если кто-то хочет кончить кому-то на лицо, то вот есть Настя Нитлич. Она, в принципе, ну, не против. Пару лет назад думал, что увижу курящего Ларина в татушках. Вещий сон. Поговори с Бантеевой. Будет ли видео про татуировки? Зачем? Зачем тебе видео про татуировки? Запиши видео о своей жизни сейчас, об изменившей... Да, кстати, неплохо. Вот это неплохо.
Потому что когда блогер снимает о своей жизни всегда, ну, в этом как бы ценности-то немного, потому что его и так, его пацанят и смотрят регулярно, но после там 3-месячного перерыва, который я претерпел, то, в общем-то, я думаю, есть смысл. Особенно если изменения-то какие разительные. Соболев некрасивый. Нет, Соболев норм, только у него глаза узко посажены, а так норм. Томми Кэш лох, ты охуел. Что с тобой произошло? Жизнь. Заставляют веровать. Что делать? Верь. Нет, конечно же, не верь, чувак. Надо не верить, а знать. Отличие, например, веры религии от науки в том, что религия опирается на веру, а наука на знания. Вот, мне кажется, так жить интереснее. Ну, или строить мимас постоянно, тоже ничего. Как Ксюша относится к тому, что ты куришь? Не знаю, мы с ней не говорим об этом. Где контент? А это что? Вот этот сохраненный стрим, по-твоему, что? Кто-то же его наверняка досмотрит до конца, вот я к нему и обращаюсь. Так, поверил в Бога? Нет. Как ты под кислым без веры выжил? Я мертв. Так. Здравствуйте, здравствуйте. Фиц за маем нихуя, я жду. Ой, как насчет суицидального рэпа? Зачем? Жизнь прекрасна. Передай привет. Как относишься к евреям? Так же, как к другим нациям. Норм. Хотел бы сказать, так же, как и всем остальным людям. Я их всех не люблю. Нет, все норм. Что случилось? Да ничего особенного. Передай приветствие. Не хочу. Когда стендап планируешь делать? У меня будет музыкальная комедия, а не стендап. Обычных видео хули не снимаешь. Ой. Привет, видел тебя на Владимирской, прошел мимо тебя и чутка охуел. Да я сам охуел, чувак, я видел, как ты охуел, я от этого охуел сам. После 40 самовыпил, нет, после того, как пойму, что начинается деменция. Привет, здравствуйте, да. Сожри шаурму из кота. Блядь. Че? Гоу еще этот звук. Нет, после определенных моментов. Когда венок накалывали, было ли в тех местах или сквозь волосы, брили ли, ну, может, парочку выдрали, да, их так мало. Четкий, спасибо. Привет. Да ну нахер так делать, в принципе, то есть, о чем ты? Смотрел «Достучаться до небес», каждый день смотрю. Ларин, сделай сигну, нет, язык учи. Когда у тебя последний раз депрессия? Знаешь, как с ним бороться? Нет. Каждый раз по-новому, я бы сказал. На каждой депрессии новые механизмы. Так получается, прости. Не могу что-то конкретно сказать. Далее. Смайлики. Фак. Не так пишется фак. Как дела? Да неплохо в целом. Вот, типа, альбом пишу. Когда альбом пишу, дела неплохо. Как? Куда посоветуешь сходить в Питере? Сходи в Колпино. Там классно. С какого возраста начал курить? Я курил с 18 до 22. Потом не курил. Ну, получается, до недавнего времени. 6 лет не курил. Или 5,5. Как-то так. Ну, я думаю, что я снова прочитаю книжку Алана Карра. Да, Алана Карра охуенный. Это настоящий тату? Нет, это малабар, наклейки. Какой тату, к чертовой матери. Когда новый клип? В процессе. Сколько у тебя татуировок? 5. Джарах снился по ночам? Нет. Реально, блядь, что случилось? В принципе, то есть, ты о чем? Как ты осознал, что жизнь прекрасная? Как получилось изменить негативное или на позитивное мышление? Очень просто. Надо сесть. Не в плане в тюрьму, а сесть и оценить совокупность событий, факторов, мыслей, мнений. И все понять. Дома внутри. Так, ты лысеешь, мудак. Блядь, даже не... Чего значит ты лысеешь, мудак? Мог остановиться на ты лысеешь, это уже оскорбительно, обидно. А мудак, ну почему мудак? Все лысеют так или иначе, ну не все, но многие. Типа Джек Николсон лысел,
Чё ты пристал? Джек Николсон мудак, по-твоему? Ты мудак. Здорово, Уткин. Привет. Зачем DMT нарисовал на себе? DMT внутри. Чем сейчас занимаешься в стриме? Черный хлеб дешевле белого. Хлебный расизм? Нет, я люблю черный. Приедешь в Архангельск? В Архангельск. Именно в Архангельск, не в область. Я там бываю, да, иногда. Научпоп – это клево, конечно. Ну, по отношению к худлиту, да, безусловно. По отношению к научной литературе. Ну, нет, просто мало кто может взять и так вот. Просто взять и начать читать научные книги. Проекты есть отдельные в голове или YouTube тебя вытесняет? В смысле? У меня все очень забавно. Скоро ты об этом узнаешь, я думаю. Че еще будешь набивать? Твою аватарку. Привет, предай, когда в Архангельск? Да, не знаю. В Рязани собираешь? У тебя есть тотемное животное? Да, есть. Но я тебе его не скажу. Брови. Да, у меня есть брови. Я тебя люблю, Ларин, а ты меня. Я вас всех люблю. Я всех вас люблю. Псы. Как клип Дикей? Норм. Как... Тебе бы рыжий цвет волос подошел, особенно к татухам на лбу. Нет, спасибо. А будешь на батле гной, Дикей? Не знаю. Не при... Если пригласят. Посоветуй способ суицида. Нельзя. Ларин Лол, здравствуйте. Три семерки у нас сейчас. Дмитрий Александрович, можно ли называть вас чернушкой? Можешь называть меня как угодно. От этого мои качества никак не изменятся. За кого на проекте Бузова болеешь? О, блядь, вот это отличный вопрос. Естественно, я болею за Ольгу Бузову. Я надеюсь, что у нее не поедет кукуха, потому что нам такая Ольга Бузова не нужна. Нам нужна Ольга Бузова с хорошей психикой и с упругим мировоззрением. Так вот скажем. Знаете, где добро под названием Бурятия? Да, конечно. Слушал новый альбом Афинажа. Не успел еще. Будет ли все-таки батл с Соболем? Блять, после батла Соболева с Гнойным, очевидно же, так же все задумывалось. Либо батл я с Славой и Дикей с Колей. Так же было задумано, да? Привет. Набей на спине лицо Иисуса. Я что, Сергей Симонов? Чего вдруг в лицо... В лицо обкололся. Я тебе обколю скоро все лицо, чувак. За такие слова. Почему не смотришь сейчас Бородина против Бузовой? Че? У меня нет телевизора. Так, замечательно. Арабская вязь. Верни свой натуральный цвет волос. Было раньше лучше. Ты привыкнешь. Ты просто привыкнешь. Тебе просто это ново. Мне тоже было ново, но сейчас мне норм. Где еще хочешь набить тату? Не скажу. Ксюша, как дела? Не знаю. Жизнь. Это всю жизнь, ребят. Дим, не хочешь, как Иисус, принять процесс распятия на нолике? Нет, не хочу. Ты красавчик. Что за шумящая штука? Это Рейнстик. Никто не угадал, что это Рейнстик. Позор, блядь. Угу. Топ эфиров. Помни о топе эфиров. Что посоветуешь прочесть? Книг как можно больше. Ксюша тут... Да, где-то здесь. Ты когда-нибудь критиковал тату? Было, ребята. Блять, вот реально после таких вбросов про тот ролик я все больше и больше хочу набить себе тату. И пока что у вас все получается. Кто в Петербурге делает качественное тату? Мои друзья. Зайди в мой профиль, посмотри. Ты в общаге? Да. Я в общаге... Архангельского государственного технического института, ныне САФУ, в общежитии номер 3. Где и у кого делал татуировки? Было. Забивай рукав. Блять. Клип новый, заебись. Спасибо, мое почтение. Прическа не то уже. Мне, блять, посрыгли в Смоленске так себе. Вот татуху набили норм.
ДМТ все дела, набей на уши. Нет, не хочу. Что от старых зубов осталось? Как относишься к евреям? Блять, что за хуйня? Почему спрашивают так часто про то, как я отношусь к евреям? Нет, совершенно ваш шовинизм далек. Далек, чувак. Ты даже не понимаешь, насколько. Я ко всем отношусь одинаково. Ты смоленский такса в контра... Блять, я не понял, о чем ты. Апокалипсис сегодня или завтра? Апокалипсис сегодня. Всегда сегодня. DMT юзал. Дайджест моего тела, отличный формат, согласен. Кожа, как у младенца, Лили, да, да, потому что Бенджамин Баттон, это я. Стареешь? Нет, это тебе кажется. О чем ты мечтаешь? Я не мечтаю, я ставлю цели, чувак. Я твой клип наизусть знаю, как и другие. Спасибо, я сам их наизусть не знаю, но ты особенный. Так, стареет, да. Даров, здравствуйте. Забей весь рукав моей аватаркой. Скинь PNG-шку, пожалуйста, в хай-резе. Что планируешь делать завтра? Писать альбом. Сейчас у меня будет на все один ответ. Пишу альбом. Типа, блядь, все-таки серьезно. На самом деле я сижу такой. Спички кидаю в потолок, чтобы они типа оставили черное расплывчатое пятно на потолке. И определенный узор потом подскажет мне, какую рифмосхему сделать, где гласные, типа... ударное и все такое. У меня такая схема. Типа вот просто вслушайся в последний трек, и ты услышишь там спички. Обгорелые спички. Вот. Когда на пенсию? Ну, ввиду того, что Владимир Владимирович и его команда повысили, хотел сказать, эволюционный. Нет, пенсионный возраст, и я решил, что мне не нужна пенсия. Я решил отказаться от пенсии. Ну, пусть найдется какой-нибудь пенсионер, я так понимаю, мой ровесник, который, ну, заберет потом мою пенсию, когда мне будет, ну, пенсионный возраст. Можете сохранить этот ролик, потом мне, ну, предъявить, когда мне будет там сколько? Когда у нас пенсионный возраст для мужчин? 102? 102 где-то? То есть, когда мне будет 102, можете найти мне моего ровесника, 102-летнего. И я скажу, мужик, я отдаю тебе свою пенсию, мне не нужна пенсия. Знаешь про ситуацию Шевцова на Twitch? Нет. Хотя Twitch надо бы уже покорять. Я думаю, что буду стримить там. С некоторой хитрой потом схемой на YouTube. Был норм, чувак, а сейчас шлепок. Ты про батю своего? Ну, блядь, годы летят. Он уже не такой сильный, уже не такая реакция, метаболизм не тот. Брюхо, да, там, ну, типа складки. Ну, что поделать. Я с этим ничего не смогу сделать. Пипец, я читаю рэп в 100 раз лучше тебя, хотя не знаю, что такое рифмосхема. Я тоже не знаю, что такое рифмосхема. Я умею только спички кидать в потолок. Такие, знаешь, послюнявленные на... Да что говорить, сейчас покажу. Вот, у меня уже есть одна заготовка. Это не шутка, это все реально так. Вот смотри, вот спичка, да? Кончились, понял? Я тебе даже показать не могу, потому что они все вот там, на потолке. Вот и все. У тебя сколько времени? У меня очень мало времени. У меня очень мало времени осталось. Поэтому надо делать альбом. А, Ларин крут, конечно же. А что, ебать ты гусь. Покажи тату на груди. Нет, пусть тебе баба твоя покажет тату на груди. От меня отстань. Харассмент, понял? Хованский фит давай. Не, с Юрой не хочу фит. Мне кажется, это опять скатится в такую блядскую комедию, нахуй. А я вроде стал серьезным музыкантом, и как бы... Зачем? Хайп, конечно, да? Но... Не, вообще, как бы, если говорить о коллаборации с Хованским, то лучшим решением, лучшим, дуть, Юра, будет нам с Юрой отправиться просто в рэп-турне. Как бы... У нас уже есть песен на целое выступление. Просто представьте, на одной сцене Ларин Хованский. Ну это же, блядь, ёбаная клоунада. Это же ёбаный позорище. Стыд. Я хочу коллаборировать с музыкантами, потому что я хочу стать серьезным музыкантом. Это мое право, и вы не имеете права меня осуждать. Понял? Не имеешь права меня осуждать. Я хочу стать музыкантом. И меня мало ебет вообще. Ты перестал быть мудрым.
Да, пришел такой возраст. Я говорю, Бенджамин Баттон это про меня. Я раньше был мудрым, а сейчас я тупой подросток с татуировками. Неужели тебе не ясно? Я не шутил. Я вообще ни разу не шутил за этот стрим. Сколько мы здесь сидим? 8 часов. Я ни разу за 8 часов не пошутил. Так. Здравствуйте. Привет. Ну, топ эфиров. Просто топ эфиров, поэтому нас выводят новым людям, и они вот заходят такие. А, блять, 8 часов спустя, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Хотя мы уже здоровались со всеми. Привет. Дима, Скади, правда, что у тебя маленький хуй? Мы уже говорили об этом. Ты и это пропустил. Я раскрыл эмпирическое значение описательного характера своего члена. Тебе мало того, что это окажется в эфире, что все узнают, ты снова спрашиваешь, ты пропустил, я не себе. Ха, твои шуточки не очень и шуточки. Так я и не шучу! Блять, сколько можно? Все, стендапами закончила. Я научился, я понял, что я не умею шутить. Что ты от меня хочешь? Иди смотри Поперечного. Он хорошо шутит. Я не умею шутить. Я музыку хочу делать. Каких исполнителей слушаешь? Блять, Высоцкого заебал. Ты просто достал меня. Я не могу с тобой говорить. Сколько можно? Ты любишь Ксюшу. Любовь это такая субстанция, знаешь. Вырастешь, поймешь. Как дела? Нормально. Бом-бом, пишет Ксюша. Ты думаешь, что большая часть аудитории уйдет от тебя? Я думаю, что я уйду от большой аудитории. Я уйду от большой аудитории, ребят. Я буду андером. Я буду делать фиты только с Пашей Техником. Потому что Паша Техник. Паша Техник. Паша Техник это первый русский рэпер. Вот запомните, блядь, мои слова. Паша Техник это первый русский рэпер, который отнесся ко мне по-человечески. За это ему огромный респект. Огромнейший, блядь. Поэтому я рад, что сейчас с Пашей происходит, что у него там какое-то, ну, полупродюсерование, что у него там постоянно какие-то форматы, его как-то приглашают. Классно. Паша, тебе респект. Паша Техник. One Love. Ну, второй был Олег ЛСП, наверное. Вот, ну, дальше. Ну, короче, были, да, рэперы, безусловно, которые ко мне отнеслись по-человечески. Но первый был Паша Техник. Вот так вот. Вот так вот, ребята, блядь. Потому что он нарик. Нет! Потому что он очень мудрый человек. Паша Техник очень мудрый человек. Ты заебал. Ты что себе позволяешь вообще? Ты мент? У тебя есть освидетельствование? Или ты, может быть, свечку держал? Ты кто вообще такой? Что ты себе позволяешь? Паша Техник записал 84 альбома. А ты написал комментарий, что он нарик. Кому я поверю? У него сейчас сердечный приступ будет. У меня каждый день сердечный приступ, тахикардия, сердце бьется, а потом не бьется. И у меня в голове вот такой звук. Все, кончилась моя движуха, кончилась. Ты можешь оказаться бисексуалом при определенных обстоятельствах? Нет, наверное, не могу. У Димы нервный срыв, помогите. Да жизнь, жизнь, чувак, спасибо, спасибо. Топ эфиров, только это меня радует. Хоть где-то я топ эфиров. Вы посмотрите. Здравствуйте, добрый день, добрый день. Ларин против подписчиков. Конечно, конечно. Сегодня зрители, наверное, за то, что я редко с вами общаюсь, да, вы сегодня. У вас такое вредное настроение, блядь, злите меня, сука, постоянно. Причем не оскорбляете, а вот. Типа невежество включаете такое. Все знаете. Что там Ксюша написал? Не. Но я не верю сукам дважды. Я не верю сукам дважды. Не верю. Не верю. А, покажи тату на груди. Тахикардия от СИК. Тахикардия, блядь. Для СИК. Как раз таки. Вазектомию будешь делать? Конечно, буду. Только 35 дождусь. Как твои дети относятся к твоим татуировкам? Они и били. А что у тебя на голове? Как у Януковича? Блять, сука, это бля, история.
Это история из серии. А ты смотрел, чувак, фильм «200 спартанцев»? Не, ну как помнишь, и ты говоришь, что их 300, да, на самом деле. Так вот, я понял о ком-то, но это была не Янукович. Это был не Янукович, не у Янукович это. Я понял, о чем ты, но ты злой, блядь, я ненавижу тебя. Осталось 27 секунд стрима, я не знаю, у меня впервые такое все против меня сегодня, 23-22. Попытайся написать что-нибудь умное, выдави из себя какую-нибудь мысль хоть раз. Я понимаю, что за 8 лет школы ты не смог этого добиться, но у тебя 14 секунд, попробуй меня удивить. Ему 30, охуенная мысль, смайлик тоже, заебись. Здравствуйте, ебать, 7 секунд осталось, он здоровается, ебаный, это невежа.